Док? Ни слова. Док! Я не хочу знать, как тебя зовут. Ничего тебе не хочу знать. Послушай, док. Док, док, это же я, Марти. Ничего док, не говори. Ты должен мне помочь. Тихо. Я прочту твои мысли. Посмотрим. Ты приехал к нам издалека? Да. Пожалуйста, молчи. Ты хочешь, чтобы я оформил подписку на Saturday Evening Post? Нет. Ни слова, ни слова, ни слова больше. Тихо. Пожертвование. Ты собираешь деньги в пользу организации «Юный спасатель». Док, я прилетел из будущего. И я приехал на машине, которую ты изобрел. И теперь мне нужно, чтобы ты помог мне вернуться в 1985 год. Боже мой. Знаешь, что это значит для меня? То, что эта хреновина вообще не работает! Док, помоги мне! Ты один знаешь, как работает твоя машина! Под хвост. Машина времени? Никакую машину я не изобретал. Хорошо, ладно, я тебе докажу. Видишь, это мои права. Истекают в 87-м. Дата рождения тебя не убедила, а я даже еще не родился. Посмотри на карточку. Мой брат, сестра и я. Посмотри на ее толстовку, док. Класс 84-го. Достаточно посредственная подделка. У брата срезаны волосы. Я говорю правду, док. Ты должен мне поверить. Тогда скажи, гость из будущего. Кто будет президентом Соединенных Штатов в 85-м году? Рональд Рейган. Рональд Рейган. Актер. А вице-президент кто? Джерри Льюис. А первой леди будет Джейн Вайман. Постой, док. А Джек Бенни министр финансов. Док, выслушай меня. Достаточно с меня розыгрышей. Спокойной ночи, гости из будущего. Постой, док, док. Синяк у тебя на лбу. Я знаю, откуда он взялся. Ты сам мне рассказал. Ты стоял на унитазе, вешал часы. Упал, ударился о раковину. После чего ты придумал конденсатор потока, который делает возможным путешествие во времени.